Значить, сняв я помпу, розібрав. Це вже я трошки почистив її. Таке состояння. Так, от наша крильчатка. І от немаловажний факт, її видно, як вона затиралась об корпус. Ну, це я трошки там сам пошкрябав. Ну, іменно, виходить, в соприкосновенні, як вона закривалась, на пластику, от видно, потертості. І тепер саме інтересне. Опаля. Все, вона стоїть. Там только так, вуаля. Ну і тут, якщо придивитися на втулки, я так розумію, є отакі у них болячки. Вот. Сейчас. Вот эта микротрещина. Вот. Если прогревать, она расширяется. И с этой стороны есть подобно. Вот. В этом месте. Дальше. Витягнув я маленький термостат, який знаходиться тут в корпусі. Помпа, шліци, все нормально. Ось таке є состояние. Витягнув термостат і от що обнаружив. Чудом він не ушов вовнутрь. От його детальки. Неудобно самому знімати. Відео держати телефон. Ну, коротше, от внутрішність його. Резинового колечка практично нема. Термостат тоже вышел со строя. Вот так оно все было. Типа вот так, как-то все оно держалось. Во. Ну, пружинка туда и кусочек вот этот. Вот так, если прислонить. Вот таким макаром он должен быть и пружинка. Фиксироваться в эти ушка. Чудом оно не пошло все вовнутрь, не закинуло вот это остатки вот этого пластика вместе с этим клапаном, не закидывало вовнутрь. Так что, как-то так.